Господи, Кирилл, думать... Так будет чат намного активнее и круче. Чуваки, спросите у Гитмана, что там делает. Гитман, ты жив? Ну, мы его слышим. Хотя поговори, что ты делаешь, мы думали, что ты умер. Мы думали, ты погиб вообще, реально. Реально жизнь. Ребенок батя. К сериалу принадлежит. Ничего себе. Нет уж, давай меняться, не-не-не. Не, я забил. Нихуя, не-не-не. Я отдаю тогда факеру. Ребенка Кати Бонд. Потому что я его не собирался воспитывать. Мне зачем? Жесть. Ну тут с Ласки началось, а то он мне передал. Понимаешь, мне это тоже не нужно. Вон Ласки, давай. Не, мне нельзя. Блокируй ребенка. Подарки не от Дарки. Мне нельзя точно обратно, пацаны. Сигал заблокировал. Я блокирую ребенка. Подарки не от Дарки. Я не блокирую ребенка. А, ты что блокируешь? Пиздец, ты еще отказался от блокировки ребенка. Не, спасибо. Мне он не нужен. Это не мой ребенок, чем мне. То есть, если типа, ты берешь 200 бесов, да? Видишь, а 3 пита поднимают на вэлю из 20 бесов, то ты теряешь. Сама суть, типа, в одной единице хп, типа, один чел, один, типа, пит может поднять 50 хп, а один, типа, рогатый, это 35 хп, вот и считайте. Ну вот, если... и чтобы сейчас... Ну, это, конечно, 3 пита, это 150, типа, они могут поднять сколько, правильно, 4 максимум, типа, и вот просто ученики. Ну и просто, таблицу. Чтобы сейчас, короче, не выебываться, просто берешь, короче, таблицу, там все написано. Там типа написано, нет. Просто понял, в бесах, давайте, а давайте тут, типа, ты понимаешь, что можно и... Так, все готовы? Да. Так, сейчас проверю. Ребята, это плохая компания на меня так влияет, ребят. Давайте фастовеньку, на карте. Фастовеньку, давайте. У кого сгорел таймер, тот питу. Так, только вот с этим потише, там банят уже, если что. Петух, он имеет в виду, это слабое животное. Почему слабо? Петух вообще-то сильное животное, алло, оно курит много. Да. Так, по чё, по одному рис? Классная удачка была. Фишка за башню. Ну, наверное, единственной фишкой за башню является, по сути, сам Сальмир, но... Короче, стартуете за башню, нажимаете Tab, пишете GG, и вот так вот, короче, потом. Все, следующий замок, давайте посмотрим. Чего? 20-49, в скобочках 44. О, все, сейчас дизмораль пойдет, короче, чуваки. Сука. Ну нахер я сюда полез? Нахер мне эта шапка нужна была? Какого хер... Чат, ну вот какой раз мы ее видим? Вот скажите, какой раз мы видим Орис? Вот какой? А Тазара? А какой Тазара, чат? А Гриндана, чат? А Гриндана? Да ты рофлишь, что ли? Ну как так? Ну вы понимаете, это вообще что происходит? Вообще вы понимаете, что происходит? Вы понимаете, шалава? Дети, четверочка. Это грязь. Ладно. Не будем расстраиваться по этому поводу.
Что было, то было. Саня, у меня тут такая игра пошла, а тут как бы... Что, у тебя все нормально? Ну, я к концу четверку без потерь беру сейчас, как бы. Что было, то было. Ладно, будем надеяться, ты вытянешь эту коляску, потому что я тут... Yeah, that's true. Like, I can just defend and stuff. Krishna, please don't flee. Don't flee, I have no mana. Get morale or something. Thank you! I called it! I called it! Неохота взять, блин. Понимаете? Спасибо вам, громадный ребят. Засунул грешных зомби. Так я тебя послушал, ты чё? Я тебя 10 раз спросил. Ой, люблю тебя троллить, нубас. Ой, так, Варина не создал еще. Так, ладно. Играть мы будем за Васян Шакти. Кстати, кто это такой? Это Ласка. Не знаю таких. Так, ну и за... Ставки на одного не было. Надо поставить... Чей Steam сейчас? Понять не имею, я только на герой. Можете делать все что угодно. Спасибо за героя, чуваки, написал. У вас как вообще дела? Как Саша Бела? Мне такая же хуйня. Один. Если я вижу нычку ангелов, я ее легчайшим образом собираю, и катка становится внезапно офигительной. Просто офигительный. Потому что у меня Монер уже с идеальным качем. Если я нахожу портал ангелов, это уже плюс, внимание, 3 ангела. Один портал ангелов, это как конца тройка на второй неделе. Так будет чат намного активнее и круче. Чуваки, спросите у Гитмана, что там делает. Гитман, ты жив? Ну, мы его слышим. Хотя бы говори, что ты делаешь, мы думали, что ты умер. Мы думали, ты погиб вообще реально в реальной жизни.